Привет всем по ту сторону экрана. И сегодня я хочу вам рассказать про еще один интересный смертельный файл под названием SPAVI. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите вам канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Всем приятного просмотра. История возникновения данного файла практически неизвестна, но имеется наблюдение ряда посмотревших данную запись. Теперь, что касается анализа этого файла. В первых кадрах можно увидеть различные символы, среди которых выделяются три русские буквы С, П, И. На следующих кадрах мы видим опять же различные символы другого цвета, но среди них можно увидеть вполне узнаваемые цифры 90500. Описаны только полностью видимые цифры. Возможно, при детальном рассмотрении будет замечено кое-что. Звуковым фоном идет навязчивая мелодия. Купе с уличным шумом, изрядка что-либо еще. Следующее – это газета. При приближении видна дата январь 25-27 2008 года. Это все, что было найдено, по крайней мере, нами и теми, с кем я общался. Интересный факт. Последние вспышки на солнце произошли также 25-27 января, правда 2012 года. След. Мы видим английское слово «лог», но это легко. Правда, среди символов есть еще две буквы – это D и M. Далее идет серия кадров «Дом, дети, смерть». После этого мелодия слышна чуть громче и появляется кровать с искажением фона. Снова следуют символы, которые появляются телик и много неразобраченного текста. Затем слышен храп. И в завершении символы без узнаваемых цифр или букв. Возможно, тут что-то есть, но, к сожалению, этого найти не удалось. Символы двигаются и мелькают. Эффекты от просмотра таковы. Днем или утром практически никакого эффекта, за исключением чувства усталости и неврозости. Вечером или ночью эффект выявляется более ужасающим. После засыпания, если вам вообще удается уснуть, во сне вы начинаете видеть эти символы. Кто-то видит только их, кто-то вместе с ними слышит мелодию, и перед его глазами мелькают картинки детей из этого ролика. Есть люди, которые так и не проснулись после просмотра. Кто-то жив, здоров, но теперь заинтересованно ищет разгадку. Среди них и мы с вами. Что хочется сказать про этот файл? Мне кажется, анализ очевиден, истории нету, но мне кажется, данный файл просто, возможно, с кем-то смонтирован в программе Windows Movie Maker. Так как в комментарии под этим файлом на YouTube был комментарий, где было сказано, что возможно на самом деле это просто кем-то смонтированная работа в программе Windows Movie Maker. Вот такая у нас с вами встреча и получилась. Если она вам понравилась, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, рассказывайте вам о канале своим друзьям, положительно комментируйте и предлагайте идеи для следующих роликов. А на этом все. Всем пока.